Кейт! Я знала, что Хлою это заинтересует. Мне нужно поторопиться. Не могу перестать думать о Кейт. Я словно очутилась в кошмарном сне. Окей, здесь темно и страшно. Да будет... Я буду молиться за тебя, Кейт. Да благословит Бог твою душу. Привет, Дана. Ну, как ты? Я не могу перестать думать о Кейт. А что, если это моя вина? Думаю, мы все в ответе за случившееся. Только не ты, Макс. Вы были очень близки. Да. Очень жаль, что мне никто не помог. Знаю, ты намного лучше всех нас, Макс. Мне нужно немного поспать. Хочу, чтобы сегодняшний день закончился. Так, Хлоя ждет меня возле главного входа. Где-то у меня были ключи. Где-то. Вот они. Но почему они не подходят? Ректор Уэллс? Ах, серьезно? Просто если он увидит меня, мне крышка. И хрен меня кто уволит. По крайней мере, пока. Где-то у меня были ключи. Где-то. Вот они. Ниндзя Макс снова затащила. Поняла? Буя! Ну, я страшный призрак. А как по мне, так ты страшная засранка. Хлоя, моя подруга, покончила с собой у меня на глазах. Не надо меня сегодня подкалывать. Ты всегда упрекаешь меня в том, что я тебя не поддерживаю, но... А что ты сделала? Извини, Макс, я даже не подумала. О, черт. Не хочу, конечно, ныть, но... Я никогда не забуду момент, когда Кейт спрыгнула с крыши. А все потому, что силы меня покинули. Ни хера не помогает. Я понимаю, что смерть Кейта – это ужасно. Но я не знаю, как реагировать, поэтому веду себя как идиотка. Но пойми, именно твои способности помогут нам все исправить. Просто надо найти виновных. Мы выясним, кто убил Кейт. И не допустим, чтобы такое еще раз повторилось. А еще мы должны попытаться остановить торнадо, идущий на Аркади Бэй, да? Пожалуйста, не шути на эту тему. Не сейчас. Да я и не думала шутить. Мой бывший психолог как-то сказал, что сарказм – это мой способ замкнуться. После этого он и стал бывшим. Хлоя, просто я не уверена в некоторых моих решениях. Особенно, когда из-за меня у Джефферсона появились неприятности. Слушай, подруга, не смей корить себя за это.
Давай лучше улики поищем, окей? Да, ты права. Слишком уж многое связывает некоторых людей с Кейт и Рэйчел. Это ты про мудака Отчима и Прескотта? Не только с ними. Ага. Я просто хочу, чтобы эти двое получили по заслугам. И пусть я ее не знала, у меня ощущение, что Рэйчел указывает нам путь к правде. Да нахуй мне такую правду. Я просто хочу найти подругу. Мне страшно подумать о том, что с ней стало. Думаешь, она... жива? Я хочу в это верить, Хлоя. Ее дух настолько силен здесь. Наверное, даже слишком. Макс, мы должны найти Рэйчел и быстро. Должны. Обещаю, мы ее найдем. Как ты уже сказала, нам пора начинать искать зацепки. А что ты хотела мне показать? Барабанная дробь. Представляю вам запасные ключи от Блэквелла. Спасибо нашему Дэвиду. Да ты просто профи, Хлоя. Но я не хочу, чтобы у тебя были еще неприятности. Да здесь столько всякого дерьма происходит. Кому есть дело до такой мелочи? Мы здесь ради правды. Но я так рада, что именно ты мой сообщник. Пока смерть не разлучит нас. И тут вздохи умиления. Спасибо вам еще раз, что помогли мне собрать портфолио. Надеюсь, остальные последуют твоему примеру. Извини, я был растерян, сама понимаешь. Для Блэквелла это был не лучший день. Знаю, день был ужасный, но вы всегда можете поговорить со мной, мистер Джефферсон. Благодарю, Виктория. Я полагаю, ты тоже расстроена из-за Кейт? Я все еще в шоке. Впервые увидела, как кто-то умер. А ведь Кейти мне была так дорога. Кейти? Я даже подумать не мог, что вы были так близки. Или... ну... а как ситуация с Кейт повлияет на конкурс «Герой дня»? Конкурс продолжится, хоть и без меня, так как я не смогу представлять Блэквелл на мероприятии благодаря Макс, заявившей, что Кейт хотела покончить с собой из-за того, что я ее не слушал. Я вам одним словом смогу описать фото Макс. Селфи. Слушайте, вы видели мою работу и знаете, что она лучше остальных. Было бы круто провести вместе время в Сан-Франциско, Марк. Мистер Джефферсон, Виктория. И если ты забыла, я не еду в Сан-Франциско. Вы уже влюбились в мою работу, так что это не значит, что вы не объективны. Просто представьте, что вы выбрали мою работу. Мы могли бы провести много времени вместе. Это было бы круто. Вы согласны? Пожалуй, я сделаю вид, что ты этого не говорила. А еще вы можете выбрать меня. Иначе я могу рассказать людям, что вы предлагали мне первое место в конкурсе в обмен на кое-что другое. Ради твоего же будущего я также проигнорирую эту угрозу. Этот разговор официально окончен, мисс Чейз. А сейчас вам лучше вернуться. Подождите, я ведь... да вы, блядь, издеваетесь. Это было тупо. А я-то думала, что Виктория большим злом уже быть не может. В Блэквилле творится что-то странное. Давай выясним. Великая ключница Хлоя. А то. Слушай, меня сомнения гложат. Мы и так с тобой находимся в полной жопе. А ты еще в мой дом траву притащила. Шутка. Я серьезно. Мы уже не дети. Это взлом и проникновение. У нас же есть ключи. Какой это взлом? А в проникновении обвинить не смогут. Я серьезно. А если загребут? Не загребут. Глава охраны Блэквелла мой отчим. А этот придурок не допустит, чтобы я попала в лапы местной полиции. Ну так что, осмотрим кабинет ректора? Ты же отмотаешь время, если нас поймают? У тебя чумовые силы, Макс. Скажи это, Кейт. Давай, осталась последняя дверь. Вот так.
Какого хуя? У начальника охраны должен быть ключ от кабинета ректора. Он что-то скрывает, как и все остальные. Значит, мы определенно должны открыть эту дверь. Хочешь верь, хочешь нет, но я знаю кое-что о взломе. Благодаря Фрэнку. Давай-ка проверим мои знания на практике. Да давай, где наша не пропадала? Ты все равно поищи ключ. На всякий. О да, я могу. Здесь нет ключей. Ничего интересного. Белки любят орехи. Это значит, что Самуэль... Да не. Опустошение. А вот и ключи. Правда, не от кабинета ректора. Только полный дурак станет носить такую кепку. Черт! Скука. Здесь нет ключей. Нам нужно найти другой способ. Маловато времени я с Фрэнком провела. Но я все же попытаюсь уломать эту дверь, пока ты работаешь над планом Б. У моего плана есть имя. Привет, Уоррен. Не занят? Варкрафт, значит, не занят. Послушай, мне нужны твои знания в области химии. Не будем тыкать пальцем, но, допустим, кое-кто имеет доступ к кабинетам химии и искусства, и ему нужно открыть закрытую дверь с помощью подручных средств. О, нет, мне просто интересно. Спасибо, гений наук. О, не-не-не, стой. Не вешай трубку. Просто перешли инструкции смс-кой, окей? Нет, я не передумала ехать с тобой в кинотеатр. Спасибо за помощь. Блять, проклятая дверь. Постарайся не разбудить весь Блэквелл. Прости, Макс, но тут я бессильна. Что за план? Я пойду кое-что искать. Ты можешь остаться здесь и не попасться? Спорим, я открою эту дверь быстрее тебя, взломщица? Гонка началась. До встречи. Уоррен — типичный ботан. Посмотрим, смогу ли я найти все эти ингредиенты. Выпустить Банкина! Теперь она моя. Еще три предмета. Ненавижу запах формалина. О, сахар. Еще два, Макс.
Так хлорат натрия – это гербицид. И почему Оран мне об этом не рассказал? Нет, эта смесь не сработает. Ты занимаешься творчеством, а не, мать ее, наукой. Но это явно не хлорат натрия. Они спят. Не хочется их будить, но снимок вышел бы потрясный. Добрый вечер, рыбки. Спасибо, рыбки. Молодцы. А теперь пора спать. Четверка с минусом? А мне казалось, что Оран отличник. Хотя я вообще с трудом сдаю экзамены по химии. Нет, эта смесь не сработает. Макс, если ты не сможешь найти хлорат натрия в лаборатории, все потеряно. Здесь должно быть что-то полезное. Я никогда не говорила, что они хороши. Тролль. Так хлорат натрия – это гербицид. И почему Оран мне об этом не рассказал? Жопная биология. Мерзость. Теперь по периодическая таблица. Хотела бы я знать, что значит периодическая. А вот и хлорат натрия. Макс, ты же знаешь, что ты неуклюжая. Не трать свои силы попусту. Подвинь чертов стул.
Остался всего лишь один. Такое чувство, будто я попала в фильм ужасов. Мистер Джефферсон поплатился за то, что я сказала глупость. Молодец, Макс. Даже будучи в депрессии, ты пыталась искать в мире хорошо. Рисовать у Даниила получается лучше, чем фотографировать. Виктория, какой охеренный снимок. Как я могу ненавидеть такого классного фотографа? Работа Нейтана вызывает у меня отвращение. Но, признаю, у него есть стиль. Кажется, мы использовали скотч на прошлой неделе. Сигареты Виктории? Уверена, мистер Джефферсон был впечатлен. Это мой скотч. Пришло время показать Хлое, что Макс та еще бомба. Хлоя, не мучай несчастную дверь. Давай попробуем кое-что другое. Бум! Мы устроим взрыв. Да! Давай-ка бахнем! Зажжешь фитилек? Как же круто! Готовься к зрелищу. Это пиздец как круто! О, нам конец! Сюда едут полиция и пожарные со всего Аркадия Бэй. А, и что нам делать? Если я открою эту дверь, ее фокусы со временем не прокатят. Бля, дверь, иди-ка ты нахуй. Добро пожаловать в мои владения. Святое дерьмище! Понятия не имею, как ты туда попала, но у тебя получилось. Ну, с кем поведешься? Ладно, давай найдем, что хотели, и свалим отсюда. Мои силы не настолько велики. Теперь понятно, почему ректор запирает свой кабинет. Здесь полно дорогого дерьма. Это место как бы говорит людям. У меня есть деньги, но нет вкуса. Как можно доверять человеку, у которого в кабинете стоит бронзовая птица? Хорошо, что меня выгнали. О да, если бы здесь висели картины Моне и Пикассо, ты бы продолжила свое обучение. Иди в пень. Пожалуй, обыщу-ка я этот уродливый стол.
Ладно, признаю, что это кресло чертовски удобное. Ну что, начнем? Это твой шанс проявить себя, Шерлок. Найди нам что-нибудь на Рэйчел, Кейт или Нейтана, да, блять, на кого угодно. Я берусь за дело. Такой была Кейт. Милой и застенчивой. Она оказалась не в том месте. Осталось всего 2 досье. Я точно не смогу это использовать. Как же их много. Это мне не нужно. Охренеть. У этого урода безукоризненное досье. Не могу не прочитать собственное досье. Это досье настолько идеально, что меня аж тянет блевать. Нужно убедиться, что у Уоррена нет криминального прошлого. Осталось надыбать последний файл, Шерлок. Всегда хотела сказать «надыбать». Судя по досье, Рэйчел была не очень проблемной. Однако о полицейском расследовании здесь почти ничего не написано. Да, я не виню ректора за отчисление Хлои. Плохая Хлоя. Думаю, мы нашли все, что нужно. Нужно поговорить с Хлоей. Думаю, хулиганство заложено у Прескотов в ДНК. Макс, тебе стоит на это взглянуть. Нейтан обвинил Рэйчел в том, что она принесла наркотики в кампус. А Дэвид это подтвердил, потому что думал, что она плохо на меня влияет. Уроды. Если Дэвид объединился с Нейтаном Прескотом, значит, жди беды. Нейтан Прескот III. Прямо несет деньгами. Его родаки, знаешь ли, отвалили кучу бабок, чтобы скрыть настоящее досье. Вот глянь-ка сюда. Плохие оценки, жалобы от учителей, надзор полиции. Отчислили меня. Прескоты всегда умели платить нужным людям. Смотри, тут заметка. Открой ее. Какой-то безумный рисунок. Это не рисунок, Хлоя. Смотри. Рэйчел в проявочной. Рэйчел в проявочной. Снова и снова. И все. Это пиздец. Да что это вообще значит? Нейтан и правда долбанный псих. Я знаю, он как-то связан с пропажей Рэйчел. Воу. Ты только послушай. Дэвид М. всегда спрашивает, что происходит у меня в голове. Дэвид М. всегда помогает мне следовать за теми, кто ведет его. А, жуть какая-то. Судя по всему, они создали какую-то странную команду типа Мстителей. Господи. Дэвид следил за Кейт, приставал ко мне и, оказывается, интересовался и Рэйчел. Ну теперь мы просто обязаны обыскать его гараж. Ладно, мне стрёмно здесь находиться. Давай-ка сваливать. А может, нам стоит прихватить сувенир на память? Нет, ты не заберешь с собой это кресло. Макс, ты что, умеешь читать мысли? Или ты уже видела, как я пытаюсь взять его и отмотала время назад? Черт, я в ступоре. Это сила лучшей подруги. Я-то тебя знаю. Нужно уходить, мы и так слишком долго испытывали удачу. Ну и что у нас здесь? Твою ж мать! Джекпот! Сука! Вау. Многовато денег для фонда помощи. Здесь $5000! Я же смогу заплатить Фрэнку! Думаю, это задобрит его после нашей стычки. Ой, да ладно, да что тут такого?
Или ты хочешь отмотать время и забрать бабки? Так и делай, а не читай лекции. Фрэнк ведь знал Рэйчел, и если мы ему заплатим, то, возможно, он что-то расскажет. Верно? Ну, ты супер, Макс. А на оставшиеся деньги, подруга, мы с тобой съездим в Портленд. Татухи, пиво, травка, пончики. Что может быть лучше? В книге Пауэлла. Стрип-клубы. Шучу. Хотя, кто знает. Зря мы взяли эти деньги. Этот дьявольский взгляд пугает. Может, хочешь искупаться? Бассейн Блэквелла весь наш. Бассейн? Ты правда хочешь так рисковать? После этой безумной недельки мы с тобой заслужили немного отдыха. Все просто шикарно. Нас не поймали, деньжат мы подняли. Ну что, искупаемся? Ты права. Мы это, сука, заслужили. Пошли искупаемся. Что я слышу? Ты сказала «сука»? Кажется, я плохо на тебя влияю. Это же логово выдр. Да насрать, я хочу искупаться в бассейне. И все же надо быть осторожней, ладно? Мне ведь еще тут учиться. Да с твоими силами ты можешь завладеть этой дырой. Клоя лелеет мечту устроить девичник, так что я буду следовать ее злодейским планам. Ну, выбирай. Девочки, конечно. Девочки? О-ля-ля. Пойду пока водичку проверю. Старые вонючие футболки. Гадость. Эти полотенца выглядят как самые удобные полотенца за всю их историю. Хотеть. Что за отчаянная попытка добиться внимания? Макс, вруби свет в бассейне. Я хочу взглянуть на акул. Выдры недолюбливают акул. Да-да. Так же, как и я. Вруби свет. Какой-то хипстер забыл свою отраву.
Держу пари, оно сделано в классе Джефферсона. Но зачем? В жизни не притронусь к футболке Зака. Думаю, это является фактом революции. Не думаю, что тут кто-то мог утонуть. Надеюсь. При недостатке воздуха я знаю, куда идти. Где-то же здесь должна быть панель управления освещением. Плыви или умри, Макс. Ну прям джакузи. А с учетом тех денег, так я вообще королева мира. Ха! Только не говори, что будешь вот так стоять и пялиться. Не смей! Попробуй останови. Окей, тебе конец. Бомбочка! Гляньте, в мои воды забрела выдра. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Ты такая предсказуемая. Меня от того фильма до сих пор в дрожь бросает. Не буду больше смотреть фильмы про акул. Подожди-ка, я сейчас время отмотаю. Месть выдры настигнет. Читер. Да, ты уже должна об этом знать. Вот бы Рэйчел была здесь. Ей бы тут точно понравилось. Жаль, что вы так и не встретились. Мы встретимся. Знаешь, мне начинает казаться, что все связано между собой. Я должна все выяснить ради Кейт. Она не заслужила смерти. Твоя сила все меняет, Макс. А главное, она меняет тебя. Могу с уверенностью сказать, что ты уже не та сыкуха, которую я знала. Спасибо, подруга. Ты же понимаешь. Ты словно... сливаешься со стихией. Скорее, мне просто повезло. Да и вообще, моя сила не очень-то помогла мне в спасении Кейт. Может, меня просто бросает взад-вперед между временем? Но с какой целью? Но меня-то ты смогла спасти, Макс. И слава богу. Но вдруг все было бы не так, и ты, и Кейт были бы мертвы. Пора перестать оглядываться назад. И это означает, что мы теперь связаны, ведь без меня ты бы не получила эту силу. Я права? Я не знаю. А я в этом уверена. Так что давай, слушай капитана Хлою. Если бы чудо спасло Кейт, было бы здорово. Хватит скромничать, подруга. Ты же самый умный и талантливый человек, которого я знаю. Даже лучше Рэйчел Эмбер? Рэйчел мне не кумир, ясно? По-любому у тебя в школе куча поклонников. Тот ботан... Да тебя же шугаются. Рамсы, наколки. Надеюсь, мне это послышалось. Да и к тому же я ни за что не уподоблюсь деревенщине Аркадии Бэй. Я не виню тебя. Так, у нас сейчас есть дела поважнее, ведь правда? Не волнуйся. Как только ты это поймешь, весь мир будет у твоих ног. Главное, чтобы рядом была ты. Да не унывай ты. Я всегда буду рядом. Что-то я замерзла.
Потому что нам надо сражаться, а не болтать. В стиле выдра против акулы. Думаю, сегодня я накупалась на весь год. Пошли. У нас ничья. Я себе задницу отморожу, когда выйду из воды. Такое ощущение, будто мы искупались в хлорке Бэй. И ты очень мила с этой хлоркой на волосах. Что ж, спасибо. Бежим! Бежим. Давай, Макс! Не расходуй силы на то, чтобы спалиться! И смотри, чтобы все здание было оцеплено. Вы стебетесь? Прячьте, как в детстве. Я могу использовать силу. Или просто где-то спрятаться. А могу и то, и то. Ну и где же они? Эй! Эй, тут кто-нибудь есть? Даже не смейте устраивать хэллоуинские приколы после сегодняшнего. И я серьезно. Я что-то слышал. Я что-то слышал. Кто здесь? У меня есть фонарик и дубинка. Да мы настоящие ниндзя. Валим нах. Стой, давай обратно. Они рядом. Нам нужно найти другой путь. Это пиздец. Тебе нельзя в общагу, ты же как блэквельский беженец. Переночуешь у меня. Думаешь, я буду в безопасности, если переночую в доме главы охраны Блэквелла? Окей. Давай в машину. Давай. До встречи, мудаки! Макс, ты огонь! Мы охуенны! Да, это точно.
Запомню этот момент навсегда. Фото жаба. Фото свинка. После вчерашнего мир кажется совсем другим. Вчера мы там оставили коричневый знак. Как будто нужен еще один. Я бы хотела сделать что-то для школы и Аркадия Бэй. Но я даже не могу выставить фото на конкурс. Потому что боюсь получить отказ. Каждый великий художник получал отказ, прежде чем его признали. Так что не стоит бояться. И это говорит человек, который мечтает спалить школу дотла. Ой, да ладно, не хочу я, чтобы Аркадий Бэй сгорел дотла. Просто я хочу убраться отсюда с тех самых пор, как ты уехала, в общем-то. Если бы я нашла Рэйчел, а потом отдала деньги Фрэнку, я бы могла начать новую жизнь. Хотела бы я вот так проваляться все утро, как раньше. Но, наверное, уже пора вставать. Скоро мне идти в Блэквилл. Ой, у нашей школьницы сегодня контрольная. Начинает казаться, что каждый день в Блэквилле – это контрольная. Надо бы вернуться к обычному режиму занятий. Ладно, пора одеваться. Блин, если бы я тогда не вышла, Дэвид не следил бы за мной. До сих пор воняет, как от хлорзавода. Загляни в мою дыру моды, может, чего найдешь? Окей. Пришло время для косплея Хлои. Да ты глянь-ка. У меня тут остались шмотки Рэйчел. Давай примерь. Это не совсем мой стиль. Макс, у тебя вообще нет стиля. Хотя бы попробуй. Ты всегда можешь отмотать время назад и надеть свою майку и джинсы с барахолки. Иди ты. Мне нравятся мои майка и джинсы. Не представляю, как на мне будут смотреться вещи Рэйчел. Подойдут ли по размеру? Ой, да хватит переубеждать себя, Макс. Одевайся и выпусти наружу свою внутреннюю панк-рок-девку. Ты можешь позволить себе ошибки? Можно попробовать что угодно. А, спорим, ты не поцелуешь меня. Что? Дважды спорю. Целуй меня. Черт! Да ты жжешь, Макс! Теперь я могу написать твоему другу и сказать, что у него нет шансов. Ну, разве что ему нравятся лесби. Ну ты и зараза. О, черт. Было бесценно поцеловать Хлою. Она и не думала, что я смогу. Ништяк, Макс! Пара татух, пирсинг, и сделаем из тебя отличного трэшера. Ну что, девчуля, замутим мошпит? А может и нет. Иди вниз, скажи привет, Джойс. Бесплатный завтрак. А мне надо дунуть с утреца пораньше. Обещаю не рассказывать. Давай не будем проверять это, ладно? О, боже мой! Пахнет потрясно. Прямо запах из детства. Mm-hmm.
Доброе утро. Рэйчел? А, то есть Макс. Фу, ты меня напугала. А тебе идет. Слава богу, что ты не такая неугомонная, как она. Ну а теперь скажи, что ты желаешь на завтрак. Яйца и бекон, конечно же. Помню, как я вас будила. Вставайте, вставайте, на яйца с беконом налетайте. О, да. Мы мгновенно просыпались. Но теперь помоги мне с продуктами. Принеси-ка мне сюда яиц с беконом. С яйцами и беконом справлюсь. Надо эволюционировать и стать веганом, но... А, бекон. Яйца превыше всего, как раньше говорила Джойс. Спасибо. После всего того, что произошло, так приятно видеть, что вы с Хлоей снова вместе. У нее никогда не было таких друзей, как ты или Рэйчел. Одежда так напоминает о ней. Такая милашка. Надеюсь, в Лос-Анджелесе ей хорошо живется. Мне очень хотелось бы верить, Джойс, но... Положение у нас похоже, Макс. Я все еще надеюсь, что Рэйчел объявится или пришлет Хлое письмо из Голливуда. Хоть откуда-нибудь. Даже думать об этом не хочу, не то чтобы говорить, но мне кажется, что у Рэйчел были серьезные неприятности. Понимаю. Смотрю все эти криминальные репортажи и все время боюсь, что вдруг увижу сюжет про Рэйчел. Я стараюсь об этом не думать. Теперь понятно, почему Хлоя так хочет ее найти. Макс Колфилд, да ты что, ревнуешь к Рэйчел? Что? Нет, нет. Я эгоистично повела себя, оставив вас. Но рада, что Хлоя нашла себе друга лучше. Нет, она просто другая. Когда я увидела тебя и Хлою в пиратских костюмах, я поняла, что лучше друга Хлоя не найдет. И когда ты взяла вину Хлои на себя, ты это доказала. Спасибо. Такое чувство, что мы с Хлоей в пиратов наряжались 100 лет назад. Это получается, я стала навек старше? А, тебе всего 18, Макс. Эх, молодость. Вернуться бы. Дело не только в этом, Джойс. Вуаля! Завтрак достойный нас, королев и короля. Садись за стол. Спасибо большое, Джойс. Никогда из-за стола не выйду. Отлично, налетай. Хорошо, что оно мягкое, а не хрустящее. Определенно, жизнь Кейт стоила эксплуатирующего заголовка. Видимо, цветы тут никто не поливает. Ты снова здесь. Ах, как много приятных воспоминаний. Я знаю, эти фото далеки от совершенства, Макс. Я вам скажу, что мои любимые фотографы снимают примерно так же, как вы. Вы делаете Дэвида счастливым. Он желает для всех счастья, Макс. Правда, по-своему. А, не думаю, что я буду в этих шмотках такой же крутой. У тебя свой крутой стиль.
Ох ты. Помню этот день, как будто он был вчера. Я рада. Уильям сделал этот снимок своим полароидом. Его последний снимок. После этого он сел за руль своей машины и... Я знаю, Джойс. Мне очень жаль. Ну, я тебе это показываю не для того, чтобы скорбеть. А знаешь что? Возьми себе. Здесь мое дитя еще полно радости. Она была позитивной, веселой, полная противоположность сегодняшней ей. И это последний раз, когда я видела Хлою счастливой. Эй, вы что здесь обсуждаете, какая я долбанутая? Дело не всегда только в тебе. Хлоя, ради бога, не рановато ли грызться друг с другом? Лучше поешь. Я отвлеку нашего охранника, а ты пока поройся в гараже. Хватит перешептываться, я ведь подумаю, что вы обо мне. Мать, не действуй мне на нервы, ладно? Боже, не важно, что я делаю, зато все считают своим долгом меня за это обосрать. Ах, да с тобой даже пошутить нельзя. Ты срываешься, как бешеный пес с цепи. Простите, мне нужно в туалет. Конечно, вали, ссы, без тебя разберусь. Ну и кто из нас параноик? Да ты послушай себя. Ну, больше-то некому. Мне и правда нужно порыться в ноуте Дэвида. Он там что-то скрывает. Ясен пень, что нужен пароль. Как насчет муда отчим? Попробуйте снова. Нужно больше зацепок. Может быть, попробовать отчим как пароль? Не на что смотреть. Самый худший хакер. Здесь ничего. Разумеется, Дэвид купил тяжелый военный. Я даже вижу комбинацию. Может подойти как пароль. Еще раз. Этот ID может сработать. Макс, ты уже заблочила ноут. Номер лицензии может подойти как пароль. И шар предсказаний молвит «нет». Похоже, Дэвид читал это не один раз. Что же он усвоил?
Дэвид таскает эту голову с собой с 2001-го? Нет. Теперь Хлоя не достанет пистолет. Разве что выкрадет свой у Фрэнка. Без сомнения, родители Дэвида любят его. Эта дата может быть паролем. Совсем неверно. Мила, сложно представить, как Дэвид катает Джойс с этим на машине. Джойс могла бы сразу написать «давай поженимся». Это может быть паролем. Кажется, эта машина готова ехать. Лучше бы Дэвид этим занимался, а не охраной. Есть! Хакер Макс снова в деле. Воу, спойлеры. Рэйчел и правда зависала с Фрэнком. Но какое дело было до этого Дэвиду? Вместо того, чтобы следить за Кейт, Дэвид мог ей помочь. Это же неправильно. Больной ублюдок. Надо рассказать об этом Хлое. Еще одна вещь, которая ее расстроит и разозлит. Вкусный завтрак. Дэвид, ты уже вернулся? Мне нужно поспать, а то я всю ночь строчил этот рапорт о вандализме. Что случилось? Какие-то мелкие говнюки проникли в бассейн. Вот что бывает во всех этих сраных колледжах. Студентики устанавливают свои правила в кампусе. Ты уверен, что это были студенты Блэквилла? А кто еще? Я обязательно их поймаю. Тебя только не хватало. Вырядилась, как Рэйчел Эмбер на Хэллоуин, что ли? Ты знаешь больше, чем я. Нет. Это вы с Хлоей уверены, что знаете больше всех. Впрочем, как и все подростки. Оставь Макс в покое, Дэвид. Хватит запугивать студентов. Он вообще хочет камеры наблюдения поставить, чтобы следить за всеми. Как сейчас он следит за нами. Вот, не начинай, Хлоя. Не сейчас. Да, именно я все срачи начинаю. Ты просто параноик, Дэвид. Сказал же, не сейчас, Хлоя. Ты называл меня неудачницей, Дэвид. И кто ты теперь неудачник? Есть хоть кто-то, кому ты не угрожал. Если не считать твои расследования про Рэйчел и Кейт, ты хоть раз сделал что-то хорошее. Да ты просто охренел, Дэвид. Я видела, как ты угрожал Кейт, когда ей и так не сладко было. А ты бы мог, между прочим, ей помочь. Для тебя в школе все будто заключенные, кроме Нейтана Прескотта. Вот поэтому там тебя никто и не любит. Ты даже мне угрожал. Я уважаю твою работу, но вот ты не уважаешь никого. Ты курила траву в комнате Хлои, а это незаконно. Ровно так же, как и слежка за учениками и семьей.
И зачем ты хранишь в своих файлах фото Кейт Марш и Рэйчел Эмбер? Что? Это правда, Макс? Да, Дэвид, объясни, зачем тебе все эти файлы? Это очень подозрительно. Лично мне не нужны все эти ваши допросы. Уж точно не от вас, молокососов. Может, тебе стоит успокоиться? А? Теперь и ты против меня? Ну, конечно. Вы все женщины заодно. Идите вы. Дэвид, лучше поживи в отеле, пока мы во всем разберемся. Ты выпинываешь меня из собственного дома? Это мой дом, Дэвид. Записан на мое имя, и плачу за него я. А я-то думал, что могу все знать. Уж по крайней мере то, что меня обходят с фланга. Хорошего дня. Хлоя, хоть раз, пожалуйста, заткнись, а? Надеюсь, Джойс не злится на меня из-за ситуации с Дэвидом. Макс, не вини себя. Дэвид все это заслужил. Ты понимаешь? Макс, у меня даже мурашки по коже. И только попробуй это отмотать. На ноутбуке Дэвида я обнаружила фотографии Рэйчел и Фрэнка. И они явно больше, чем друзья. Да это невозможно. Она просто использовала Фрэнка. Если ты мне не веришь, то пойдем проверим, что же есть у Фрэнка в фургоне. И что это докажет? У Фрэнка есть браслет Рэйчел. Кто знает, что там у него еще. Пусть этот ублюдок молится, чтобы мы ничего не нашли. Проверим дверь. Фрэнк иногда так напивается, что забывает ее закрыть. Не верится, что ты с ним тусовалась. Мне тоже. Нужно быть осторожными, как ниндзя. Вот черт. Окей, у меня есть план. Я иду в кафе к Фрэнку, говорю ему, что верну ему долг, но для этого он должен пойти со мной. Затем ты входишь, перематываешь время назад, говоришь ему, что ему нужно осмотреть свой фургон, забираешь ключи и снова отматываешь время. Хлоя, я справлюсь. Скоро вернусь. Не позволяй моему эпичному плану затмить твой. Поищу-ка я пока какую-нибудь косточку для шавки Фрэнка. Нужно обязательно найти способ стащить ключи у Фрэнка. Вы только взгляните на эти листовки. Печально, что их никто не читает. Доброе утро. Как сегодняшний улов? Не спрашивай. Сперва был снег, потом затмение. Что дальше, торнадо? А вы не задумывались, что это климат меняется? Я рыбак, а не ученый. Море сейчас теплое, но это что-то новенькое. И это не к добру. То есть, не к добру? Если бы ты знала, что творится с рыбой в Аркадия Бэй... Прости, мне больно об этом говорить. Пока, малышка. Доброе утро. Как сегодняшний улов? Не спрашивай. Сперва был снег, потом затмение. Что дальше, торнадо? А вы не задумывались, что это климат меняется? Я рыбак, а не ученый. Море сейчас теплое, но это что-то новенькое. И это не к добру. То есть, не к добру? Если бы ты знала, что творится с рыбой в Аркадия Бэй... Прости, мне больно об этом говорить. Пока, малышка. Бог ты мой!
Бекон, у меня аж слюнки потекли. Но сначала мне нужно стащить ключи у Фрэнка. Не спорю, девчушка ты смелая. Но ни Хлоя, ни даже пушка и одежда Рэйчел не делают тебя классной или крутой. Хули тебе надо? И не смей меня фотографировать, иначе расхерачу твою камеру. Откуда ты знаешь, что это одежда Рэйчел? Да потому что она ей идет, а вот тебе нет. Тебе повезло, что я забрал у тебя тот револьвер. Хватай ключи и давай заценим твой фургон. Пожалуй, нет. Ты пугаешь меня до жути. Иными словами, ключи тебе не светят, Макс. Может, у меня получится разговорить офицера или Нейтана, а потом вовсю испытывать день сурка до тех пор, пока я не добуду нужную информацию. Я просто хотела посмотреть, как ты отреагируешь. Я сейчас убью тебя! Ты ешь, как свинья. Жри с пола. Я же ел эти бобы. Ты совсем, что ли, ебанулась? Я ел эти бобы. Как ты, Максин? Слушай, мне так жаль, что тебе пришлось быть там с Кейт, когда она... Ну, ты понимаешь. Знаем, мы все равно гордимся за тебя. Спасибо, офицер Берри. Я знаю, что вы сталкиваетесь с этим чаще, чем я, но это невыносимо трудно. Как же я рад, что ты представляешь Блэквелл. Вам никогда не казалось, что Аркадия Бэй – странный город? Раньше я думал, что у нас обычный город со своими проблемами. Тошно даже думать об этом. А мне казалось, что Дэвид Мэтсон представляет Блэквелл. Ненадолго. Мы уважаем его за участие в войне, но он слишком вспыльчив. И больше всего от него достается мне с Хлоей. Это так. Сегодня он рассказывал про украденный ствол, я не слушал. Вечно он докапывается. Думаю, следует кого-нибудь допросить, лейтенант Колфилд. Как ты, Максин? Слушай, мне так жаль, что тебе пришлось быть там с Кейт, когда она... Ну, ты понимаешь. Знаем, мы все равно гордимся за тебя. Спасибо, офицер Берри. Я знаю, что вы сталкиваетесь с этим чаще, чем я, но это невыносимо трудно. Как же я рад, что ты представляешь Блэквелл. А я думала, что это Нейтан Прескотт представляет Блэквелл. Слушай, не порти мне аппетит. Ты сама знаешь, что из себя представляют Прескотты. Они хотят под себя подмять весь город. Отчасти ты права, Макс. Говорят, Прескотты сейчас заняты какими-то крупными земельными сделками. Это как-то раз мистер Прескотт помог моей семье. Вот мы и заключили сделку, из которой я теперь не могу выпутаться. Вот бы вернуть все назад и поступить иначе. Приступлю к своему завтраку. Дэвид Мэтсон повсюду ищет свой револьвер. Он может обыскать и твой фургон. О, как страшно! Мне не нужен его маленький музейный экспонат. Есть ли шанс, что ты простишь Хлое долг? Ты вроде должна быть умной, разве нет? Узнаешь, если окажешь мне услугу. Спасибо, крестная мать. Только мне не нужны твои услуги. А Хлоя не получит услуг от меня. Как ты, Максин?
Слушай, мне так жаль, что тебе пришлось быть там с Кейт, когда она... Ну, ты понимаешь. Знаем, мы все равно гордимся за тебя. Как же я рад, что ты представляешь Блэквелл. Мне кажется, что теперь Кейт Марш будет лицом Блэквелла. Это такая потеря. Ужас. Поговаривали, что вы какое-то время работали на семью Прескотов. Боже, люди в этом городе хоть когда-нибудь затыкаются? Я не виню вас за то, что вы подрабатывали на стороне. Время от времени я просто приглядываю за Прескотами. За Нейтаном в том числе. Никому об этом ни слова, Макс. Не связывайся с ним, ладно? Как ты, Макс? Спасибо, офицер Берри. Как же я рад, что ты представляешь Блэквелл. А мне казалось, что Дэвид Мэтсон представляет Блэквелл. И больше всего от него достается мне с Хлоей. Это так. Сегодня он рассказывал про украденный ствол, я не слушал. Вечно он докапывается. Есть ли шанс, что ты простишь Хлое долг? Ты вроде должна быть умной, разве нет? Узнаешь, если окажешь мне услугу. А ведь по открыткам и не скажешь, что Аркадия Бэй странный город. Спасибо, офицер Берри. Как же я рад, что ты представляешь Блэквелл. Поговаривали, что вы какое-то время работали на семью Прескотов. Боже, люди в этом городе хоть когда-нибудь затыкаются. Я не виню вас за то, что вы подрабатывали. Время от времени я просто приглядываю за Прескотами. Сейчас мне туда не надо. Как ты, Максин? Спасибо, офицер Берри. Я знаю, что вы сталкиваетесь с этим чаще, чем я, но это невыносимо трудно. Как же я рад, что ты представляешь Блэквелл. Мне кажется, что теперь Кейт Марш будет лицом Блэквелла. Это такая потеря. Ужас. Вам никогда не казалось, что Аркадия Бэй – странный город? Раньше я думал, что у нас обычный город со своими проблемами. Тошно даже думать об этом. А мне казалось, что Дэвид Мэтсон представляет Блэквелл. Ненадолго. Мы уважаем его за участие в войне, но он слишком вспыльчив. И больше всего от него достается мне с Хлоей. Это так. Сегодня он рассказывал про украденный ствол, я не слушал. Вечно он докапывается. Не спорю, девчушка, ты смелая. Дэвид Мэтсон повсюду ищет свой револьвер. Он может обыскать и твой фургон. О, как страшно. Мне не нужен его маленький музейный экспонат. Есть ли шанс, что ты простишь Хлое долг? Ты вроде должна быть умной, разве нет?
Узнаешь, если окажешь мне... Спасибо, крестная мать. Только мне не нужны твои услуги. А Хлоя не получит услуг от меня. Рэйчел? А, блядь, чё за нахуй? Смотрите, Макс Эмбер. Панк-рок ударилась, что ли? Решила прикид сменить после того, как показала Джефферсону, кто здесь настоящий герой дня, тварь. Хочу напомнить, что мы находимся в общественном месте с офицером полиции. Так что усмири свой гнев, Прескотт. Не переживай. Кроме тебя в твою тупую ложь никто не верит. Но тебе, по крайней мере, хватило ума молчать в кабинете ректора. Похоже, твой папочка всегда готов защитить тебя и пригрозить мне. Нихера ты не знаешь обо мне и о моем отце. Никто не знает. Так, может, расскажешь мне? Зачем? Притворяешься, будто тебе не все равно? Спойлеры! Он просто мудак. Может, я могу тебе помочь? Мне вообще от тебя ни хрена не надо. Просто не вмешивайся в мои дела, поняла? А теперь вали отсюда. Рэйчел? А ты было подумал, что Кейт Марш будет молчать. Что ты несешь? Ты ее накачал? Ты такая тупая, Макс! Думаешь, ты тут самая умная, да? Не стоит давить на меня, если не хочешь такого врага, как я. Поняла? Эй, чувак, успокойся, мы же в кафе. Ага. И ты к тому же теперь взрослая. Я легко могу засудить тебя за клевету. Спасибо. А теперь отъебись от меня. Рэйчел? Я тут узнала, что твой отец нанял местного копа следить за тобой и Фрэнком Бауэрсом. Словно тебе нужна няня. Херня! Мой отец не нанимает. Он владеет. Все мусора знают, что до меня лучше не докапываться. Правда? Надеюсь, это значит, что Фрэнка не посадят. В конце концов, это случится. Этот парень ёбнутый. Он как-то рассказал мне, что их с Рэйчел связывает клятва на крови. Забудь про это. Серьезно. А теперь отвали от меня, шлюха, и держи свой рот на замке. Рэйчел? А разве ты не должен был молчать про клятву на крови между Фрэнком и Рэйчел? Клятва на крови? Какого хера? Я никогда никому не говорил об этой херне. Да и к тому же все знают, что Фрэнк и неудачник, и лжец. Даже Рэйчел знала. Однако Рэйчел тусовалась с ним больше, чем ты. И что? Ей нужны были только его наркотики. Вот она ему и позировала. А он-то думал, что она его любит. Кретин. Рэй...
А я видела те фотки, которые тебе дала Рэйчел. А. Откуда ты об этом знаешь? А? Это все Хлоя, да? Она просто между словом сказала мне, что это одна из любимых фотографий Рэйчел. Правда? Точнее, так я и подумал. Она была настоящей красоткой. Погоди, найду фотографию. Вот. Сама посуди. Я просто хотела посмотреть, как ты отреагируешь. Я сейчас убью тебя! Ты ешь, как свинья. Жри с пола. Я же ел эти бобы. Ты совсем, что ли, ебанулась? Я ел эти бобы. Боюсь, мне придется забрать у тебя ключи, мудак. На кой хрен ты их взяла? Отдай мне мои ключи, сука! Сейчас же верни ключи! Ключи у меня. Подтопали к Хлое. Потом поговорим, Макс. Посмотри, я вся в грязи. Вы издеваетесь? Алиса, отойди скорей. Хорошая реакция, Макс. Не сомневалась. Великолепная Спайдер-Макс. Без Фрэнка ничего бы не вышло. Давай-ка пойдем внутрь. Тебе это пригодится. По сигналу, готовься! Давай! Апорт, мальчик! Мясо на улице. Пожалуйста, пожалуйста, пусть с ним все будет хорошо. Уверена, с ним все нормально. Пошли уже, у нас нет времени. О, боже, пожалуйста, пусть она не будет ранена. Или того хуже. Не сомневалась. Великолепная Спайдер-Макс. Без Фрэнка ничего бы не вышло. Давай-ка пойдем внутрь. Тебе это пригодится. По сигналу, готовься. Давай! Давай, лови, мальчик. Кажется, эта собака стала нашей сучкой. Смекаешь? Теперь можно спокойно все обыскать, но время терять не стоит. Собачка вовсю занята костью, но скоро она может вернуться. Ебать, а я-то думала у меня срач. Но ты ведь не жуткий наркоторговец. У Фрэнка свои тараканы, но он нормальный. Так я думала, пока не увидела, что он носит браслет Рэйчел. Какая шикарная тачка у нашего плохиша. Представь, как было бы круто уехать на ней на побережье.
Да, мы бы гнали 200 по шоссе, и ты бы захотела, чтобы я тебя поцеловала. Хлоя, у нас очень мало времени, надо хоть что-то найти. Знаю. Дай помечтать. Ты пока осматривай трейлер, ну а я пошуршу в компе Фрэнка. Сомневаюсь, что Фрэнк играет в бейсбольной команде Аркадия. Про Фрэнка можно триллер снимать. Какое жуткое место. Он теперь и в интернете работает. Неплохая такая зажигалочка. Жаль, что у меня нет дешифрующего кольца Фрэнка Пауэрса. Wi-Fi говно. Он принимает их или продает? Или и то, и то? О, тайничок Фрэнка. Даже мило видеть это фото Фрэнка с песиком. Ничего таинственного. С нужными инструментами я легко бы вскрыла эту решетку. Неплохая аудиосистема. Приятно видеть, что Фрэнк хоть что-то здесь уважает. Фрэнк, наверное, все свои наркоденьги на пакетики тратит. И что это за бизнес? Ну как так можно жить? Нож почти так же хорош, как и связка ключей. Ну нафиг, тут ничего нет. Мой клинок отворит любые дверцы. О, блин. Рэйчел и пес Фрэнка. Даже не знаю, умиляться или беспокоиться. Одна радость видеть, как Рэйчел ведет этого зверя. Тут она такая счастливая. Рэйчел и правда тусила с Фрэнком. Я узнаю о Рэйчел больше, чем хочу знать. Проблемы в раю? Меня тянет блевать от мысли, что Рэйчел ему позировала. И писала любовные записки. Я просто не могу в это поверить. Она трахалась с ним. Зачем она лгала мне прямо в лицо? Потому что знала твою реакцию. Значит, хреновая из нее подруга, да? Очередной человек, обманувший меня. Всю жизнь меня подводят близкие мне люди. Мой отец погибает, потом ты уезжаешь, мать влюбляется в мудака. Да еще и Рэйчел меня предала. Хлоя, Рэйчел пропала. Никто тебя не предавал. Пиздёж, предатели. Да в пизду вас. Хлоя!
Хлоя, ты не можешь продолжать винить меня или кого-либо во всех бедах твоей жизни. Это неправильно. Ну а кого тогда? Иначе получается, это моя вина. Да нахер! Повзрослей! Я не хочу тебя оскорбить, но... Ни у одной тебя в Аркадии Бэй есть проблемы. Кейт Марс с крыши бросилась, забыла? Да, она совершила самоубийство. Она мертва. Мне очень жаль, ясно? И нет, от этого мне ни капли не лучше. Усекла? И кого же ты винишь в первую очередь? Своего ёбаного отца, конечно. Ты винишь Дэвида? Я сказала отца. Моего настоящего отца, который умер просто так. А не то, что Джойс зовет своим мужем. Хлоя, твой отец ушел не по своей воле. Я знаю, Макс. Моя мама правда винит себя. Она только хотела, чтобы ее забрали с работы. Иногда даже я виню ее. Неправда. Да, Макс, правда. Ты знаешь, каково это ждать своего отца, будучи ребенком, и понять, что он не вернется? Нет, конечно, нет. Но я была с тобой в тот день. Это был ужасный несчастный случай. Мне от этого не легче. С тех пор, как он умер, моя жизнь стала полным дерьмом. Не поспоришь. Но посмотри на все, что произошло за эту неделю. Твоя жизнь изменила мою, и это не пустые слова. Я была бы рада поверить в это. Я бы уже поверила во все, что угодно. Хлоя, одной мне с этим не справиться. Мне нужна твоя помощь. И Рэйчел ты нужна. Что происходит? Ну, девчата, время фото. Чизкейк! Ну же, скажи, блин! Однажды папа купит нам самую крутую технику. Надеюсь, вспышка не сильно тебя напугала. В коллекцию. Пока я ее не увижу, нет. Ты знаешь правила, папа. Макс, скажи ему. Эй, ты вся бледная. Все нормально? Да, просто... Да, я в порядке. Ну что, Хлоя, ты одобряешь? Ну, может, вот это я разрешаю в семейный альбом сохранить. Что это такое? Но не повар. Здесь я Уильям. Да, и Хлоя еще ребенок. Нас, я что, настолько далеко в прошлом? Ты про блины? Во Франции их называют крепы. Я 18-летняя в теле себя 13-летней. Они же тоже хотят... Как? Уи, чур я бью яйца. Помнишь, сколько нужно яиц? По ситуации. Хлоя такая веселая, беззаботная и счастливая. И такой... Теперь моя очередь делать фотку. Позируйте. Я буду звездой. Не делай меня стариком.
поваром. Ага, ты-то у нас повар от бога. Когда нет мамы, то да. Я точно видела эти фото раньше. Я расскажу ей. Блин, я помню, как Хлоя его читала. Но не после сегодняшнего. Джойс безмерно любит Уильяма. Алло? Привет, дорогая. Делаем восхитительный завтрак с Хлоей и Макс. Будем работать в двух китах. Что? О, не знал, что тебе нужно... Да, конечно же, я за тобой приеду. Теперь у меня есть причина купить мокко. Скоро буду. Люблю тебя. Я не могу позволить Уильяму сегодня сесть за руль. Леди, нужно спасти королеву продуктового магазина. Уж слишком тяжел груз всяких лакомств для нашего пиршества. Когда-нибудь ты будешь благодарна за это. Черт, где же мои ключи? $1 в банку ругательств. Чего мы тут только не творили? Я помню, как мы с Хлоей рисовали эти клевые рисунки. Хлоя просто обожала мангу. Клевые волосы. Ага, нашлись-то. Шеф-поваром. Ага, ты-то у нас повар от бога. Есть! Я расскажу ей. Алло? Привет, дорогая. Делаем восхитительный завтрак с Хлоей и Макс. Будем работать в двух китах. Что? О, не знал, что тебе нужно... Да, конечно же, я за тобой приеду. Теперь у меня есть причина купить мокко. Скоро буду. Люблю тебя. Уж простите, леди. Нужно спасти королеву продуктового магазина. Уж слишком тяжел груз всяких лакомств для нашего пиршества. Когда-нибудь ты будешь благодарна за это. Черт, где же мои ключи? $1 в банку ругательств. Точнее, для оплаты твоего колледжа. Ключи, пожалуйста. Черт, где же ключи? Еще $1 в банк ругательств. Ты меня разоряешь. Как знал, что эта штука мне пригодится. Как, черт возьми, эти ключи там оказались? И даже не вздумайте устраивать дегустацию вин. Пап. Не оплошайте. Сегодня твоя мама пообещала приготовить нам своего знаменитого лосося с шоколадным тортом на десерт. Макс, ты же останешься. Она меня не бросит. Никто тебя не бросит. Всяких лакомств для нашего пиршества. Когда-нибудь ты будешь благодарна за это. Черт, где же мои ключи? $1 в банку ругательств. Точнее, для оплаты твоего колледжа. Ключи, пожалуйста. Черт, где же ключи? Еще $1 в банк ругательств. Ты меня разоряешь. Когда-нибудь ты будешь благодарна за это. Черт, где же мои ключи? Помнишь, сколько нужно яиц? По ситуации. И правда. Так, сколько нужно? Не спорь с шеф-поваром. Ага, ты-то у нас повар от бога. Когда нет мамы, то да.
Теперь моя очередь делать фотку. Позируйте. Я буду звездой. Не делай меня стариком. Я расскажу ей. Ах, как я скучаю по нашим ночным посиделкам. Печеньки и попкорн. Они так и не отправились в это путешествие. Алло? Привет, дорогая. Делаем восхитительный завтрак с Хлоей и Макс. Будем работать в двух китах. Что? О, не знал, что тебе нужно... Да, конечно же, я за тобой приеду. Теперь у меня есть причина купить мока. Скоро буду. Люблю тебя. Уж простите, леди. Нужно спасти королеву продуктового магазина. Уж слишком тяжел груз, всяких лаком. Такая классная олениха. Когда-нибудь ты будешь благодарна за это. Черт, где же мои ключи? $1 в банку ругательств. Точнее, для оплаты твоего колледжа. Ключи, пожалуйста. Черт, где же ключи? Еще $1 в банку ругательств. Ты меня разоряешь. Как знал, что эта штука мне пригодится? Почему мои ключи там оказались? И даже не вздумайте устраивать дегустацию вин. Пап. Когда-нибудь ты будешь благодарна. Я расскажу ей. И правда. Так. Черт! Нужно спрятать ключи туда, откуда не будет слышно эту дурацкую пищалку. У нас повар от Бога. Когда нет мамы, то да. Бум! Отключен. Теперь моя очередь делать фотку. Позируйте. Я буду звездой. Не делай меня стариком. Привет, дорогая. Без понятия, почему домашний не звонил. Я сейчас готовлю восхитительный завтрак с Хлоей и Макс. Мы все будем работать в двух китах. Что? Я не знал, что тебе нужно было купить продукты. Ключи точно были здесь, я же помню. О, дружок, совсем забыл о тебе. О, ключи, покажитесь! Ну, конечно. Но никогда больше не куплю ничего от Spy Guy Electronics. А может быть, на автобусе? Остановка ведь совсем недалеко. Хм, а ведь могу. Хорошая идея, Макс. О, да, автобусы — это классно. Приезжают каждые 15 минут, да и места тебе и Джесс с продуктами хватит. И это сбережет окружающую среду. Убедила, убедила. Ну что ж, я почапал к автобусной остановке. Джесс это понравится. Макс, твою мать, ты какая-то странная. Все нормально? Хлоя, я такая классная. Мы классные. Thank you.
Да ремонт стоит как половина нового. Эй, ты вообще слышишь нас, Максим? Макс, а не Максим. Да знаю я, прости, безумная Макс. Ты же не дуешься, правда? Да? Не хочешь ободрать наш куст и выкурить трубку мира? Кажется, Макс под кайфом. Она ведет себя как-то странно. Ты в норме, Макс? Я же говорила, не стоит брать ее в циклон, но меня же никто не слушал. Кортни, ты вообще никого не хочешь принимать в клуб? Да отвали, сучка. Уоррен, он что, со Стеллой? О нет, это же полный пиздец. Что еще я изменила? Хлоя. Так, спокойно. Макс Колфилд! Покорила Сиэтл, а теперь решила передохнуть здесь? Мы думали, что после большого города ты сюда никогда не вернешься. Нет. Я бы никогда не бросила Хлою. Кстати, она очень ждала тебя. О, минуточку. Хлоя, к тебе гости.